Сделаем небольшой видеообзор. И недели 2,5 назад заказал я в интернет-магазине мышку, вот, беспроводную. И сегодня мы с вами сделаем небольшой видеообзор. Вот пришла вот такая посылочка на мое имя. Вот, видите вы, да? Вот, сейчас мы посмотрим, что там. Сейчас откроем при вас. Вот. Упакована она мощно так. Так руками и не порвешь ее. Упаковка сильная. Так, внутри у нас тут тоже вторая упаковочка вот такая. Вот, сейчас посмотрим, такой товар, как я хотел или нет. Больше там ничего нет. Так, сама мышка. Так, что тут у нас? Что-то я не вижу. Переключателя в USB. Нет. Мышка-то есть. Ага. Так. А вот как она вставляется, штучка есть она. Все сшито-крыто, батарейка только надо. Ну так, мышка интересная, вот. В принципе, ничего, вам покажу. Тут так тайно спрятано, я что испугался, думаю, что ж. Думаю, китайцы нечестно, кажется, честно его. Она вынимается вот тут. Ставится мышка вот такая. Ну вот, как она работает, потом покажу. Вот. Вот мышка сама. Удобная такая, ничего. Вот такой вот свет мерцает. Вот. На самом экране его крутится. Пробовал, ну, расстояние 5 метров держит, мне хватит, в принципе. Пусть пишут там до десятки, но мне хватит и 5 метров. Так что, кому надо, его, пожалуйста, оставлю ссылку на товар. Вот, стоимость ее 3,48 доллара. У нас в магазине такая мышка стоит, я не знаю, долларов, наверное, 15. То есть цель оправдывается, рисует. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч, до новых видеообзоров.